Николаевич испытывает при этом перегрузку до 5 единиц, положительную перегрузку. Ми-35М, глубочайшая модернизация легендарной 24-ки. Сухопутных войск, десанта и эвакуации раненых, а также транспортировки грузов. Был 29 января 2010 года. Это первый боевой самолет, разработанный с нуля, как говорится, авиационной промышленностью Российской Федерации. ...275 тонн. И вот этот вот гигант-красавец появляется слева, буквально плывет по этому небу. Давайте поаплодируем и поприветствуем наших уважаемых друзей из Европы.